слово восьмое. Вчера мы возвратились с войны. С войны и сражения против еретиков с окровавленным оружием, с обогренным мечом слова. Сразив не тела, но не зажив помыслы, и всякое возношение, поднимающееся на разум Божий. Такого рода эта война, таково свойство и оружие. Преподавая наставление о том и другом, блаженный Павел и говорил: «Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом, на разорение твердынь, и мы все помышления и всякое возношение пленяем послушание Божие». Для тех, которые не были здесь, следовало бы сказать о бывших вчера поражениях еретиков, рассказать о сражении, борьбе, победе, трофеях. Но чтобы не подать вам повода к невнимательности, и чтобы вы, не бывшие, почувствовали потерю и сделались более внимательными, я умолчу о том и приступлю сегодня к дальнейшему. А кто любознателен и усерден, тот может узнать сказанное нами вчера от присутствовавших при этом, так как наши слушатели оказали такое усердие, что отправились домой, усвоив в себе все и не опустив ничего из сказанного. Итак, прежнее вы узнаете от них. А то, что нужно сказать сегодня, я скажу вам, представив возражение, которое приводит еретические исчадия. Какое же это? Мы беседовали прежде о власти единородного. Показали, что она равна власти родившего его отца. И много говорили об этом. Поэтому они, пораженные сказанным, стали приводить иное евангельское изречение, которое сказано в одном смысле, а имя, разумеется, в другом. Они говорят: «Как же написано, что сесть по правую и по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим? Я всегда увещевал вас, возлюбленные, и сегодня также прошу и советую обращать внимание не на одни буквы Писания, но вникать и в смысл их». Потому что кто будет держаться одних выражений, не искать ничего, кроме написанного, тот много ошибется. Так, по словам Писания, Бог имеет даже крылья, ибо пророк говорит: «Под кровом крыльев твоих покоюсь». Но из этого мы не будем заключать, что это духовное и бессмертное существо владеет крыльями. Если этого нельзя сказать о людях, то тем более о нетленном, невидимом и непостижимом существе. Что же мы должны разуметь под именем крыльев? Помощь, ограждение, защиту, содействие, непобедимую силу этой помощи. Писание также называет Бога спящим, когда говорит: «Встань, что спишь, Господи?» Называет не с тем, чтобы внушить нам мысль, будто Бог спит. Это было бы крайне безумно. А чтобы под образом сна объяснить нам его долготерпение и милосердие. А другой пророк говорит: «Разве он так же, как человек спящий, поступает?» Иеремия 14:9. Видишь, какое великое благоразумие необходимо нам при рассматривании сокровища божественных писаний. Если же мы будем просто, поверхностно и невнимательно слушать сказанное в них, то не только произойдут упомянутые несообразности, но и окажется много противоречий в словах их. Так один называет Бога спящим, а другой не спящим. Но то и другое справедливо, если ты будешь понимать это в надлежащем смысле. Называющий его спящим указывает на великое его долготерпение, а называющий его не спящим объясняет нам нетленность его существа. Если же нам нужно много благоразумия при чтении Писания, то не будем поверхностно относиться к этому изречению, что не от меня зависит, кому дать слева или справа сесть, но кому уготовано отцом моим. Эти слова не лишают сына власти и не уменьшают его самостоятельности, но показывают его премудрость, великое попечение и промышление о нашем роде. А что он имеет власть и наказывать, и награждать? Послушай, как об этом он сам говорит. «Когда придет сын человеческий во славе своей, то поставит овец с правой стороны от себя, а козлов с левой. Тогда скажет царь, находящимся одесную его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам от создания мира царствие. Ибо алкал я, и дали мне есть, жаждал, и напоили меня». Тогда скажет и находящимся слева: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и не дали мне есть, жаждал, и не напоили меня. Был странником, и не приняли меня». Видишь ли, как совершен его суд,
как он и награждает, и наказывает, украшает венцами и подвергает казни. Одних вводит в царство, других отсылает в гиенну. 560. Заметьте, здесь великое его попечение о нас. Обращаясь к получающим венцы, он говорит: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». А осужденный на наказание, он не сказал: «Идите от меня, проклятый, в огонь уготованный вам». Но уготованный дьяволу, людям я приготовил царство, говорит он. А гиену приготовил не людям, а дьяволу и ангелам его. Если же вы вели такую жизнь, что сделались достойными наказания и мучения, то должны сами винить в этом самих себя. И посмотри, как он расположен к милости. Когда еще не было подвижников, венцы уже были приготовлены. Награды уже были наперед уготованы. Наследуйте, говорит он, уготованное вам царствие от создания мира. И в притче о десяти девах можно видеть то же самое. Когда надлежало прийти жениху, то неразумные говорят мудрым: «Дайте нам масло вашего». А последний отвечает: «Что бы ни случилось недостатка у вас и у нас». Не об елее и огне говорит здесь Писание, но о девстве и человеколюбии, означая девство под видом огня, а милостыню под видом елея, и показывает, что девство имеет великую нужду в человеколюбии, без которого невозможно спастись. Кто же те, которые продают этот елей? Кто иной, как не бедные? Они не столько получают, сколько сами дают. Считай же милостыню не за расход, а за приход, не за ущерб, а за приобретение, потому что через нее ты больше получаешь, нежели даешь. Ты даешь хлеб, а получаешь жизнь вечную. Даешь одежду, а получаешь одеяние бессмертия. Даешь пристанище под своим кровом, а получаешь царство небесное. Даешь благо погибающее, а получаешь благо постоянно пребывающее. Но скажешь: как я могу подавать милостыню, когда я беден? Тогда особенно и можешь ты подавать милостыню, когда ты беден. Богатый, опьяненный обилием богатства, пламенеющий жесточайшей горячкою и одержимый ненасытной страстью, желает увеличить свое имущество. А бедный, не зараженный этой болезнью, свободный от этого недуга, легче сделает подаяние из того, что у него есть. Милостыня зависит не от количества имущества, но от степени душевного расположения. Так вдовица отдала 2 лепты и превзошла пресыщенных богатством. И другая вдовица, имевшая только горсть муки и немного елея, приняла к себе пророка, имевшего небесную душу. Ни для одной из них бедность не была препятствием. Итак, не ссылайся на бесполезные и напрасные предлоги. Бог требует не изобилия приношения, но богатства душевного. Душевного расположения, которое выражается не мерой подаваемого, но усердием подающих. Ты беден и беднее всех людей, но ты не беднее той вдовицы, которая много превзошла богатых. Ты нуждаешься в самой необходимой пище, но ты не беднее сидонской вдовицы, которая, дошедшая до крайней степени голода, ожидая уже смерти с окружавшими ее детьми, при всем том не пожалела своего достояния и величайшей бедностью приобрела невыразимое богатство, сделала свою руку гумном и кувшин точилом и устроила так, что из малого произошло многое. Впрочем, возвратимся к своему предмету и не будем делать частых отступлений. Итак, когда надлежало прийти жениху, девы вели между собой такую беседу. Мудрые посылали неразумных к продавцам, но уже не было времени покупать елея. И справедливо. Продающих елей можно найти только в настоящей жизни. А после отшествия отсюда и по закрытии зрелища земной жизни уже невозможно найти ни прощения, ни оправдания, ни врачества против того, что сделано. Но уже необходимо подвергнуться наказанию. Так это и случилось с девами. Когда пришел жених, за ним вошли те, которые имели горящие светильники. А другие, опоздав войти, стучали в двери брачного чертога, но услышали страшные слова: «Отойдите, не знаю вас». Видишь ли опять, как он сам награждает и наказывает, удостаивает и венцов, и мучений, принимает и отвергает, как он властен и в том, и в другом роде суда.
тоже можно видеть и в притче о винограднике, и в притче о 5, 2 и 1 талантах. Одних он принял и предоставил им больше прежнего, а других повелел связать и бросить во тьму кромешную, 562, том 1. Но какое их возражение нелепо или лучше исполненное великого безумия! Хотя сын, говорят, они имеют власть наказывать и увенчивать, подвергать мучений и давать награды, но по его словам, не в его власти даровать небесное предстательство и высочайшую честь, небесное председательство. А что, если ты узнаешь, что ничто не изъято от его решения? Прекратишь ли тогда свои неуместные возражения? Послушай же, что он сам еще говорит. Отец никого не судит, но весь суд предал сыну. Если же ему принадлежит весь суд, то ничто не изъято от его решения. Ибо кому принадлежит весь суд, тот властен наказывать и увенчивать всех. Слово же дал, ты, возлюбленный, понимаешь, здесь не по-человечески. Отец дал ему, это не значит, что он прежде не имел, что рожден был несовершенным и только впоследствии получил это. Но дал, значит, что отец таким и родил его совершенным и полным. Это слово употреблено для того, чтобы ты не думал, будто два рожденных Бога, но чтобы ты видел и корень, и плод. И не думал, будто сын получил это впоследствии. В другом месте, когда спросили его, «Ты царь?» Он не ответил. «Я получил царство». Не сказал, что оно дано ему впоследствии, но ответил, «Я на сие родился». Если же он родился совершенным царем, то очевидно, что он и судья, и решитель, так как главное дело царя состоит в том, чтобы судить и решать, и награждать, и наказывать. Проповедник, быстрый путник, ратоборец, воин, наставник, оставивший во всей вселенной памятники своих добродетелей, прежде воскресения восхищенный на третье небо, вознесенный в рай, сподобившийся участия в неизреченных тайнах Божиих, слышавший и говоривший то, чего человеческой природе говорить невозможно, удостоившийся высшей благодати и совершивший большие труды. А что он потрудился больше всех, об этом послушай, как он сам говорил. Я более всех их потрудился. Если же он больше всех потрудился, то и увенчивается преимущественно перед всеми, потому что каждый примет свою награду от своему труду. Если же он получает венец славнейший, нежели другие апостолы, никто не сравнялся с апостолами, а он больше и их, то очевидно, что он удостоится самой высшей почести и председательства. Кто же будет увенчивать его? Послушай, как он сам говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день оный, праведный судья. А отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. И не отсюда только очевидно это, но и из следующих слов. Не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Чье это явление? Выслушай слова самого апостола. Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, наказывающая нас, чтобы мы отверглись нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестиво пожили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Тит 2.11. Впрочем, борьба с еретиками у нас кончилась. Мы воздвигли трофея и держали блистательную победу, доказав всем вышесказанным, что сын властен и награждать, и наказывать. Ему принадлежит весь суд. Он увенчивает и прославляет лучшего из всех, и в сказанных притчах представляется сам совершающим то и другое. 53. Против аномеев слово 8. Впрочем, борьба с еретиками у нас кончилась. Мы воздвигли трофеи, одержали блистательную победу, доказав всем вышесказанным, что сын властен и награждать, и наказывать. Ему принадлежит весь суд. Он увенчивает и прославляет лучшего из всех, и в сказанных притчах представляется сам совершающим то и другое. Теперь нужно успокоить и смущение братьев, и объяснить, почему он так сказал. «Не мое дать». Я думаю, что многие недоумевают при этих словах. Матфея 20, 23.
Чтобы разрешить недоумение и успокоить смятение души, напрягите ваше внимание. Приготовьте ваш ум. Мне предстоит теперь больший труд, так как не все равно бороться или учить, поражать врага или исправлять своего. В последнем случае от меня требуется больше усилий, чтобы не оставить без внимания хромлющий член и не миновать кого-нибудь из смущающихся. Я говорю, но не смущайтесь словами моими, не беспокойтесь. Я утверждаю, что это не зависит не только от сына, но и от отца. Я провозглашаю громким голосом и звучнее трубы, что дать – это не принадлежит сыну, ни ему, ни отцу. Ибо если бы это принадлежало ему, то принадлежало бы и отцу. И если бы принадлежало отцу, то принадлежало бы и ему. Поэтому он и не сказал просто «не мое, дать, а что? Не от меня зависит, но кому уготовано». Он объявляет, что это не зависит ни от него, ни от отца, а от некоторых других. Что же значит сказанные слова? Я думаю, что ваше смущение усилилось и недоумение возросло, и вы беспокоитесь. Но не бойтесь, я не умолкну, пока не предложу объяснение. Позвольте же мне повести речь немного выше, иначе невозможно ясно представить все вашему уму. Итак, что значит сказанные слова? Когда Иисус шел в Иерусалим, мать сынов Зеведеевых, Иакова и Иоанна, подошла к нему с сыновьями и сказала, «Скажи, чтобы сели оба сына мои сии, один по правую сторону от тебя, а другой по левую сторону от тебя». А другой евангелист говорит, что этого просили у Христа сами сыновья. Впрочем, здесь нет разногласия. Не нужно оставлять без внимания этих мелочей. Но они послали наперед мать, а потом, когда она высказала их просьбу и как бы открыла им дверь, они сами повторили эти слова, не понимая того, о чем говорили. Однако говорили. Хотя они были апостолы, но были еще несовершенны, как птенцы, которые не крепко сидят в гнезде, пока у них еще не выросли крылья. И это вам весьма нужно знать, что до креста ученики были несведущи во многом. Потому Господь укоряя их и говорил, «Или вы все еще не разумеете, или не понимаете, что не о хлебах говорю вам, но о закваске фарисейской. Еще много имею говорить вам, но вы не можете вместить». Они не только не понимали высших истин, но и то, что слышали, часто забывали от страха и робости. За это, укоряя их, он говорил, «Никто из вас не спрашивает меня, куда идешь, но так, как я сказал вам, сие исполнились скорби сердца ваши». Еще об утешителе говорил, «И он напомнит вам все сие и научит вас». Он не сказал бы «напомнит», если бы они не забывали многого из сказанного. Это я говорю не без основания. Так Петр оказывается иногда произносящим совершенное исповедание, а иногда забывшим все. Тот, который говорил «Ты Христос, Сын Бога Живого», и был назван за это блаженным, спустя немного времени так согрешил, что был назван сатаною. Господь сказал ему «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божий, но что человеческое». Кто может быть несовершеннее того, который думает не о Божьем, но о человеческом? Когда Господь возвестил ему о кресте и воскресении, то он не понял ни глубины сказанного, ни тайны догматов, ни будущего спасения вселенной. И, приступив к нему, наедине сказал, «Будь милостив к себе, Господи, чтобы не случилось, да не будет с тобой сие». Видишь ли, что они ясно не знали ничего о воскресении. Выражая то же самое, евангелист и сказал, «Ибо не понимал, что говорит, не понимали, как он воскреснет из мертвых». Не зная об этом, они тем более не знали о другом, как то, о небесном царстве, о нашем начатке во Христе и вознесении на небо, как бы привязанные к земле. Они еще не могли парить к высоте и в высоту. Имея такое разумение и ожидая, что скоро настанет царство Христово в Иерусалиме, ничего больше этого они не знали. Как говорит и другой евангелист, замечает, что они думали, будто уже наступает царство его, которое представляли человеческим, и полагали, что он идет на такое царство, а не на крест и смерть.
И хотя многократно слышали об этом, но ясно понимать не могли. 565. Итак, еще не имея ясного познания догматов и думает, что он идет на земное царство и будет царствовать в Иерусалиме, ученики, Яков и Иоанн, приступили к нему на пути, считая это время удобным, и предложили свою просьбу. Выделив себя из среды учеников и думая только о себе, они стали просить себе председательства и первенства перед прочими, полагая, что дела пришли уже к концу, что все уже исполнено и наступило время раздачи венцов и наград. Но это происходило от крайнего неведения. А что это не догадка и не предположение, я представлю вам доказательство из слов самого Иисуса, знающего тайное. Послушай, что говорит им в ответ на их просьбу. Не знаете, чего просите. Что может быть яснее такого доказательства? Видишь ли, что они не знали, чего просили, и стали говорить с ним о венцах, наградах, председательстве и чести, когда еще не начались подвиги. Этими словами «не знаете, чего просите» Господь внушает две мысли. Во-первых, ту, что они говорят о царстве, о котором у Христа не было и речи, так как Он возвещал не об этом царстве, земном и чувственном. Во-вторых, ту, что они, домогаясь председательства и высших почестей, и желая оказаться славнее и знатнее других, домогаются этого не во время и весьма неблаговременно. Тогда было время не венцов и наград, а подвигов, борьбы, трудов, усилий, опасностей и битв. Итак, смысл слов его следующий. Вы не знаете, чего просите. Говоря мне об этом тогда, когда вы еще не потрудились и не вышли на подвиги, когда вселенная остается еще неисправленную, нечестие господствует, и все люди погибают, а вы еще не выходили на поприще, еще не вступали в борьбу. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или крещением, которым я крещусь? Чашей и крещением он называет здесь свою крестную смерть. Чашей, потому что он принимал ее с удовольствием, а крещением, потому что посредством нее он очистил вселенную. И не только поэтому, но и по легкости воскресения. Как крещающийся водой выходит из нее весьма легко, не встречая никакого препятствия в свойстве воды, так и он, погрузившись в смерть, восстал с великой легкостью. Поэтому он и называет свою смерть крещением. А смысл слов его следующий. Можете ли вы подвергнуться умерщвлению и смерти, так как ныне время смертей, опасностей и трудов? Они отвечают: можем, не понимая сказанного, но побуждаясь надеждой получить желаемое. Он говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, возвещая их смерть. И действительно, Яков был усечен мечом, и Иоанн многократно был при смерти. Но чтобы сесть от меня по правую и по левую сторону, не от меня зависит, но кому уготовано. Смысл этих слов такой. Смерти вы подвергнетесь, и умерщвлены будете, и мученичество потерпите. А сделаться вам первыми, это не зависит от меня, но может быть достигнуто подвязающимися посредством особенного усердия, особенной ревности. Чтобы слова мои были яснее, представим какого-нибудь распорядителя при состязаниях. К нему подходит мать, у которой есть два сына-ротоборца, вместе со своими сыновьями, и говорит ему: «Скажи, чтобы эти два сына мои получили венец». Что он ответит ей? «Конечно, то же самое. Дать это не от меня зависит. Я распорядитель при состязаниях, назначающий награды не даром и не по желанию и просьбе приступающих, а по исходу борьбы». В том, собственно, и состоит дело распорядителя, чтобы воздавать честь мужеству, а не давать наград напрасной, как случится. Так поступает и Христос. Он сказал так, не унижая своего существа, но выражая то, что не от него одного зависит давать награды, но и подвязающиеся должны достигать их. Если бы это зависело только от него, то все люди спаслись бы и пришли бы в разум истины. Если бы это зависело только от него, то не было бы разных почестей, потому что он сам создал всех и о всех одинаково печется. А что почести различны, это послушай, как объясняет Павел. Иная слава солнца, говорит он, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разница в славе. И еще, если кто строит на семь оснований из золота, серебра, драгоценных камней, Павел сказал таким образом, чтобы показать разнообразие добродетелей. Он выразил этими словами, что спящим и дремлющим
невозможно войти в Царство Небесное, но что тамошних наград нужно достигать посредством многих скорбей. Сыновья Зеведеевы, пользуясь великой любовью Христовой и близостью к Нему, думали получить предпочтение перед другими. Поэтому, чтобы они, воображая это, не сделались беспечными, Он отклоняет их от таких мыслей и говорит: «Не от меня, но от вас зависит достигнуть этого, если вы захотите, если окажете большее усердие, большие труды, особенную ревность. Я назначаю венцы за дела, почести за труды, награды за усилия. Самое лучшее ходатайство передо мною – доказательство посредством дел». 567. Видишь, я не без основания говорил, что это зависит не от него и не от отца, но от подвязающихся, трудящихся и страдающих. Поэтому я обращаюсь к Иерусалиму, он говорил: «Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как собирает птица птенцов своих, и не захотели. Все оставляется дом ваш пуст». Видишь ли, что никто из нерадивых, беспечных и недеятельных никогда не может спастись. Отсюда мы узнаем и другую тайну, ту, что для получения высочайшей чести и первого места недостаточно даже мученичества. Вот Христос предсказал ученикам, что они потерпят мученичество, и однако не непременно получат первенство, потому что могут быть и такие, которые окажут еще больше заслуг. Выражая это, он и говорит: «Чашу мою будете пить, и крещение, которым я крещусь, будете креститься, но сесть одесную меня или слева от меня, не от меня зависит». Он не говорит этим, будто он предоставляет сидеть при себе, но выражает достижение большей чести, получение первенства, преимущества перед всеми. Слово «сесть» слева или справа он говорит применительно к их понятиям, так как они искали первых мест и желали оказаться выше всех прочих. «И то, чтобы вам оказаться больше прочих и выше всех, — говорит он, — зависит не от одного только мученичества. Хотя вы и умрете, но высочайшую честь не от меня зависит дать, но кому уготовано». Кому же, скажи мне, это уготовано? Посмотрим, кто те блаженные и преблаженные, удостоившиеся светлых венцов. Кто они и какие подвиги сделают их столь блистательными? Об этом послушай, что говорит он сам. Когда 10 учеников вознегодовали на двоих за то, что они, выделившись из среды их, хотели присвоить себе высочайшую честь, то посмотри, как он обуздывает страстное намерение тех и других. Призвав их, он говорит: «Князья народов господствуют над ними, и вельможа обладает над ними, но у вас да будет не так. Но кто хочет быть из вас первым, да будет последним из всех». И видишь ли, что все они желали сделаться первыми, большими, высшими и, так сказать, начальниками прочих. Посему, останавливаясь на этом, обнаруживает тайну их, и он говорит: «И кто хочет быть из вас большим, да будет всем слуга». Если вы, говорит он, желаете председательства и высочайшей чести, то старайтесь занимать последнее место, быть ниже всех, смиреннее всех, меньше всех, поставлять себя после прочих. Такая добродетель и доставляет высочайшую честь. А пример этого близкий и весьма сильный. Сын человеческий не пришел, чтобы послужить ему, но послужить и отдать душу свою для избавления за многих. Что действительно через это делается славными и знаменитыми, посмотрите, говорит он, на совершающийся со мною, не нуждающимся ни в чести, ни в славе. Я через то же самое достигаю бесчисленных благ. Действительно, пока он не принял плоть и не смирил себя, все погибало и разрушалось. А когда смирил себя, то все возвел на высоту, уничтожил проклятие, упразднил смерть, отверз рай, умертвил грех, открыл своды небесные, вознес начаток наш на небо, наполнил вселенную благочестием, рассеял заблуждение, водворил истину, возвел начаток наш на престол царский, совершил бесчисленное множество благодеяний, которых ни я, ни все люди не могут изобразить словом. Прежде, нежели он смирил себя, и его знали только ангелы, а когда смирил себя, то его узнал весь род человеческий. Так смирение не унизило его, но доставило бесчисленное благо, бесчисленные заслуги и сделало то,
что слава его просияла еще более. Если же для Бога, который вседоволен и ни в чем не нуждается, смирение послужило к такому благу, доставило ему больше слуг и распространило его царство, то почему ты боишься унизиться от смирения? Тогда ты будешь более высоким, тогда великим, тогда славным, тогда знаменитым, когда будешь ставить себя ниже всех, когда не будешь стремиться к первенству, когда будешь подвергаться унижению, страданиям и опасностям, когда будешь стараться служить многим, пищись и заботиться о них, и для этого будешь готов и делать, и терпеть все. Итак, возлюбленные, помышляя об этом, будем с особенным усердием прилежать к смиренномудрию, и когда мы подвергаемся оскорблению и унижению, и испытываем все крайние бедствия и бесчестие и презрение, будем переносить все с радостью. Ничто так не способствует достижению высоты, славы и чести и не доставляет величия, как добродетель смиренномудрия, которую исполняет тщательно. Да сподобимся мы обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, честь и поклонение ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.